исполнителя, композитора. Встречайте, Рифкат Сайфутдинов. Татарин московского разлива. Мы уже поговорили за кулисами, песню, которую он исполнит, а несколько песен было написано на стихи Владимира Гавриловича. К счастью, он еще услышал. Рифкат Сайфутдинов. Мелодию этой песни. В принципе, она была точно такой же, но
Сидя за роялем, я там имел какие-то рядом ноты, записывал карандашом, ластиками, значит, стирал какие-то фразы музыкальные. Вот. И когда вот мне надо сказать, она говорит, мне, значит, вот такие вещи я тогда записывал, по-моему, песня получилась неплохой. Мы ее записали на фирме «Мелодия», впрочем, дальше пошло у нас дело, дошло до широкого такого сотрудничества, и я с Харитоновыми записал 4 песни. Вот. А до этого у меня уже был достаточно хороший багаж, я писал песни с Андреем Дементьевым, с Онегином Гаджикасимовым. В общем, все это есть в библиотеке, в пластинках, в грампластинках, поэтому вот такой, значит, перед вами ваш покорный слуга. Спасибо вам. Спасибо. И еще я хотел добавить два слова, что... Да, пожалуйста, пожалуйста, говорите. Вот я просто хотел спросить, да. Но если 4 песни, почему сегодня одну мы поем? Но не было дадено команды главным режиссером этой программы. Надо было договориться, сегодня же договариваются все. Ну тогда, значит, мы это дело как бы возьмем на карандаш, потому что нет проблем. Мы бы с удовольствием еще слушали. Я бы готов. Да, скажите. А, ну, значит, там «Все возьми», потом «Не надо ждать» и «Нет любви». Это такие названия вот по реестру фирмы «Мелодия». И они вышли на диски, да? Да, и они на авторском диске. И на авторском диске. Да, там 4 песни моих есть. Да. Прекрасно. И самое главное, что, значит, они есть на авторском диске в моем содружестве с моим другом давним Ренатом Ибрагимовым, народным артистом. И на этих пластинках-то поет он. У вас же один коллектив был, да, с Ренатом? Да, конечно. Как он назывался? У меня был ансамбль, который я сделал в Московской филармонии в 1986 году, назывался «Байрам». «Байрам». «Байрам», то есть праздник. Татарин московского разлива, имеет право. Да, ну, может быть, как-то где-то так. Безусловно, я очень благодарен всем вам, дорогие, кто пришел вот сегодня на этот концерт. Пусть нас не так очень много народу, но это на самом деле кристально замечательные люди, все вы. Почему? Потому что вечер у нас пока удается очень даже хорошо. Спасибо. И самое главное, атмосфера. Спасибо всем. Ревкат Сайфутдинов, вашими устами дометки. Так, кажется, говорят на Востоке. Спасибо.